Всем привет, друзья! Вот такая вот огромная посылка ко мне пришла с AliExpress. Давайте откроем, посмотрим. Даже в кадр не влазит. Ну, нужно как-то ее открыть, разрезать. Давайте аккуратненько откроем. В пакете больше ничего нет. Давайте откроем вот эту. Вот смотрите, какая большая упаковка. Так. Ух ты. Да, это у нас штатив. Больше ничего нет. Сама тренога. Смотрите, покоцана какая-то почему-то. Но вроде все работает. На первый взгляд. Ну, такое себе, если честно. Так, здесь у нас что? У нас здесь, смотрите, резьба. Вот таким вот колпачком резиновым. И здесь у нас выставляется, регулируется высота. Есть. Вот он, наш свет. Давайте достанем. В общем, кольцо, ребят, не особо большое, но вот 5X, мой Mi A1 телефон, такой вот габарит. Нам главное, как он светит, как оно работает. Так, ну что, давайте посмотрим на этот свет. Вот я его разложил. Сейчас подробненько расскажу, посмотрим, покажу вам, как он работает и так далее. В общем, рост ее получается треноги 160 сантиметров. Вот так она выглядит, раскладывается. Немножко повыше можно поставить, сыграть за счет вот этой вот треноги, сразу к треноге. В принципе, вопросов нет. Качество исполнения среднее. Пластик такой вот более-менее нормальный, но как-то не особо не премиальный. Ну, то есть, для телефона вот этот вот или... маленькой камере даже подойдет, можно установить как дополнительный штатив и так далее, если не нужен свет. Ну, это я в общем говорю. Сам свет выдерживает, свет и с телефоном выдерживает. Больше ничего, какую-то тяжелую камеру сюда не поставишь, потому что будет как-то оно все не очень будет. А для этого света вполне реально, вполне нормально выдерживает, ничего не падает с телефоном и так далее. Это все здесь металлическое, сама конструкция вот эта вот пластиковая. А это все такой вот тоненький, слабенький металл. И вот эти вот зажимы тоже они из пластика. Я думаю, вам их видно. Ну, регулируется. Ну, сейчас откручу. Давайте даже можно... можно и провернуть по кругу. То есть, вот так вот. И можно так-то опустить и так далее. Так, высоту сделаю вот такую вот. Выше не будем поднимать. Так, по поводу кабеля. Кабель у нас 1,5 метра. Смотрите, выход обычный USB. Сейчас проверим, кстати, сколько потребляет. 1,5 метра кабеля. Пульт управления такой обычный, нормальный. Кабель толстый, нормального качества. Не вообще, не особо такой, незаметно, что китайское вообще плохое. Так, смотрите, по пульту включение. Кстати, пульт запоминает последнюю как бы настройку и как нас светил. То есть выключили вот на белом. Так, на белом он и включается. Так, у нас три режима. То есть холодный, теплый и дневной. Холодный, теплый и дневной. Я думаю, вы заметили. Вот, смотрите. Холодный, теплый по руке и дневной. Так, и можно яркость. Яркость вот это вот минимальное, написано 1%, 1 из 100% поле максимально, да, ну здесь порог как-то я не считаю, может где-то 10% минимальный, вот минимум, но я не скажу, что это 1%, ну как-то вот так вот, ну все-таки все равно приятно, я его включал как ночник, как ночничок. Смотрите, лампочка синим не светится, когда он включен, и когда выключен, светится такой вот индикатор. Все, больше цвет не меняет, то есть здесь не RGB, на сайте, хотя можно заказать у них и разноцветный, то есть тоже интересно, прикольно. Все это я покупал на AliExpress. Кстати, сейчас будет 11.11, я добавлю в описании промокод, то есть купон, ну, короче, промокод, да, на 250 рублей от заказа от 500 рублей и 300 рублей от 2500 или 2400, там будет 300 рублей скидка. То есть и сейчас на AliExpress много купонов, у меня просто много, я через приложение захожу, у меня
сейчас и на $5, и на $3 есть. И, короче, на акции 11.11 сейчас можно реально очень круто затариться. Поэтому это нужно, ну, не провтыкайте, друзья. Также используйте Letyshop, кэшбэк тоже в описании. Я тоже заказываю, тоже экономлю. То есть, ну, просто реально намного выгоднее покупать с кэшбэками. То есть, накопили его, потом что-то себе заказали и так далее. Я так постоянно использую. Это реально выгодная, полезная штука. Так, теперь смотрите, включаем у нас холодный, это максимальная у нас яркость, ну или не, это дневной, и смотрим у нас сколько потребляет. Кстати, на дневном у нас самое большее потребление, это у нас холодный переключился, 2 ампера, и холодный у нас, кстати, почему-то сейчас незаметно, но были просадки, когда я только тестировал, был 1,7, именно дневной было 2,2 почему-то. Но сейчас 2,15. То есть разница невеликая, видите, сейчас холодный 2 и теплый 2,03. А было 1,7 почему-то. Ну сейчас вот так вот, не знаю. Ну короче, главное, что теплый свет само больше всего потребляет. Короче, я думаю, поняли, по напряжению все нормально. В принципе, светит лампа довольно-таки ярко. Вот если взять... приблизительно снимаю я сейчас, да, вот так вот давайте этот ножичек, да, смотрите, приблизительно вот так вот, и если мы выключаем свет, так, возьму вот эту вот тоже штуку, смотрите, вот примерно, например, да, вот так вот сейчас и без лампы, теперь с лампой, ну, смотрите, для обзоров, я думаю, это будет как-то для каких-то распаковок будет полезная вещь. Вот смотрите, как сейчас светит и как вот, ну и когда включен свет. Так, смотрите, что еще в комплектации. В комплектации есть вот такая вот тренога. Она выполнена полностью из металла. На конце вот такие вот резиновые есть ножички, да. Расклаживается она вот так вот широко. То есть и реально очень устойчиво. Очень устойчиво, смотрите, вообще офигенно. То есть можно сюда поставить что-то реально тяжелое, и оно будет хорошо держаться. Можно поставить, если какой-то телефон, ненадолго, временно можно установить, отрегулировать и поставить ее повыше. То есть тоже можно, но не устойчиво. Если придавить, может так вот упасть. Но если поставить аккуратненько, ну тот же свет вот этот тут, прицепить через вот эту головку, она все снимается, разбирается, тоже неплохо. Так, вот я опустил. И она металлическая. У меня на Юланде штативе она пластиковая. Здесь металлическая, полностью разбирается. То есть можно посмотреть, что да как. Ну, то есть неплохо. Сделали более-менее неплохо. Так, кстати, светит очень, очень ярко вот этот вот нимб. Так, давайте ее опустим. Пусть светит вот так вот. Также идет в комплекте съемная, да, я уже показывал, вот эта вот штука. Телефон сюда 6 дюймов. Спокойно помещается мой. Mi 5X с чехлом также сюда влазит, то есть все супер. И в принципе, ребят, я вот этой вот штукой очень доволен. Свет получился мне 19 с чем-то долларов. Это бюджетный вариант, уже и с штативом. Кстати, очень быстрая, хорошая доставочка из Украины склад. Из России можно выбрать. Доставка пару дней из Украины, это просто супер космос. То есть, ну, будет круто, когда у нас будет реально много товаров, заказывать можно будет из, ну, из склада в Украине, я имею в виду. В общем, ребят, штука классная, светит довольно-таки неплохо, как дополнительный свет супер, делать фотки тоже отлично с ней, интересно смотрится, возможно, видели, как типа селфи делают, да, на презентации Xiaomi, показывают, что снимают лучше, чем iPhone, но на самом деле видно в глазах, да, в зрачках, типа, свет вот этой вот лампы, такой вот кружок нимб, прикол, да. Короче, ну все равно, классная вещь, как дополнительный свет, супер, сейчас оно, ну, в принципе, я не знаю, будет вам сильно заметно или нет, камера не так быстро реагирует, но все равно, светит довольно-таки неплохо, как ночник классный, как дополнительный свет можно использовать реально. То есть, ну, мне понравилось, я не знаю, сами видите, светит довольно-таки ярко. Спасибо всем за просмотр, напишите в комментарии, если есть какие-то вопросы, задавайте, отвечу. Ссылка будет обязательно в описании, кэшбэк используем, экономим, выгодно покупаем. Всем удачи, всем пока.